Сравним мою графику пером и тушью, натуральным пером звездочка, и перьевыми ручками. Автоматическими перьевыми ручками. Лами, Бинелли. Сначала автоматические. Смотрите, вот, например, ну, вполне себе приличная графика. Нормальные пояснения, теневые области, человечки. Концепт домика, концепт комплекса, концепт часовни. И в целом выглядит так. Берем графику пером и тушью и смотрим, как можно тщательно все продетализировать. Как можно сочетать тончайшие штрихи, показывающие, куда идет форма. Дающие ощущение текстуры, воздуха. Дающие супервкусную декоративную фактуру. Ощущение немножко качества, немножко элитности по сравнению с такими набросками. И хотя техника, сама техника рисования все равно остается простой, но вот именно этот инструмент, перо-звездочка, дает как будто бы чудовищный левел-ап к эффектности этой картинки. Тут быстро симпатично, тут быстро как книжная графика. Но не так быстро, как тут. Непревосходные штуки делают с пером звездочка. Макаем в тушь и фигачим. Урок и по такой графике на Бусти. Общение в телеге. Лайк, подписка. Меня зовут Эдуард Кичигин.